Здравствуйте! Сегодня 21 февраля 2022 года, на 265-м километре автодороги Бугульма-Уральск, в Курманаевском районе Оренбургской области, произошло тройное ДТП. Недалеко от села Кандауровка, 33-летний водитель ВАЗ-2115, при движении в сторону Бузулука, по неустановленным причинам, в какой-то момент не справился с управлением, и допустил столкновение с автомобилями Opel Corsa и Ford Focus, которые стояли на обочине. В результате столкновения 31-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2115 от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Водитель этого автомобиля был доставлен для оказания первой медицинской помощи в больницу города Бузулука. По факту происшествия начата проверка. Что послужило причиной такого поступка водителя, сейчас выясняется. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 20 февраля 2022 года на российских автодорогах зарегистрировано 193 случая ДТП. В них погибли 19 человек. Один из них оказался ребенок. Различные травмы получили 263, 35 из них – дети. Будьте крайне внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!